Доброе утро всем. Ой-ой-ой. Мы маме на машине. Мы едем мама, я разберусь. Мы едем короче. Зубном. Да у тебя этих зубных. Каких только типов зубных тут нету, ёлки-палки. Ну, короче, насчет ее моста, насчет удаления нерва и все такое. В общем, это будет только экзамен. Экзаменация. Рентген. Так я принесу рентген ей. Ну, я не знаю, мама, что они будут делать. Ну, в общем, ей расскажут, сколько это будет стоить. И ну, еще я такое. Соглашусь еще. Да. Это только еще оно, начало. Оно не болит, так что... То же самое, как у меня. Не болит, а не надо делать, кучу всего делать. Ладно, ну, едем. У тебя они сделаны. Мы сидим, ждем в пустой комнате. Уже бумажки заполнены. Цветет он безобразно. Привет, бабушка. Привет. Бабушка никак не решится, одевать ей маску или снимать. Там они, наверное, все прибежать от этой. В общем, вот. Побыли мы на экзамене. Сделали нам чек. Мы не туда приехали. В общем, проверяли маме зубы. Ее послали с одним зубом. И так, и сяк, и фотали, и холодом ее там проверяли, а у нее ничего не болит, хоть ты тресни. Ну, сделали эти рентген. И проблема у нее в другом зубе. В зубе, на котором висит у нее этот мост. Тут же и там надо удалять корень. Зубом, которым ее прислали, он говорит, я не вижу ничего, я не вижу никаких проблем с этим зубом. И как в нем уже удаляли нерв. И в том зубе, с которым ее прислали. И он говорит, я вообще как бы не люблю работать над зубами, где уже сделали работу, пока там ну, явно не видно какую-то большую проблему. Он говорит, я проблемы там совсем не вижу. В общем, короче, вот работаем и с тем доктором, и с тем. Говорит, ну вот этот, говорит, надо, реально надо чинить. Но тут проблема, понимаете, тут проблема, если они туда залезут, а они пока не залезут, не могут гарантировать ничего. Говорит, можно ли спасти зуб, и будет ли он достаточно хороший, чтобы держать мост, понимаете? Ну, короче, на данный момент мы спланировали сделать чистку корней этих, и чтобы он его, как потом, построил этот зуб. Обратно, и это вместе стоит $1,112. Так что вот такие цены у нас в Америке за удаление нерва. Ладно, мы едем домой. А, сделали appointment на следующий понедельник рано утром. Да, едем. Какие-то военные эти тренировки тут у нас. Самолеты, капец, оглохнуть можно. Смотрите. Красота. И низко. Прям как в детстве. Шелковица с кустика. Вот мои цветы от детей. От Анжелики Скарлетт на День Матери. Стоят у меня на камине, красивые такие. Радует глаз. И я зажгла свою новую свечку, которую я выбрала. Ну, Анжеликину тоже буду палить, но пока эту. Аромат чудесный. Освежает дом. Can I come in? Mommy! Mommy, no, you're
Marina? No! Sorry, Marina! I'm coming in. Hi, baby! У нас тут, видите... Hey, I'm gonna record. Who's coming out? Who's camping here? No one. No one? Looks like you're camping here. Look at the bunk bed. I want to sleep on it. You want to sleep on a bunk bed? Actually, I want to get on it. Хочет спать там. I just want to get on it. В общем, малышня сюда зашла, у них тут, видите, все так. Джашек спал в обнимку с этим монстр траком. В общем, из Тринити сейчас работает над такими словами. Я ей показываю карточки, она пытается их читать. Некоторые она знает сразу, некоторые надо догадываться и пытаться буквы вместе складывать. После работы приехала, ей надо принтер использовать. Она заодно к нам заехала. А я мучаюсь со Скарлетт, с уроками. У нее желания мучиться со мной нету. Так что мучаюсь в основном только я. Ой, тяся. Ой, куда идем? Выйду, подышу свежим воздухом. Вообще воздух у нас свежайший. Потому что температура как бы такая не жаркая. Так, вижу, мой укропчик подсох. Я вижу, что мама его уже успела подщипать, все высохшее. Она сегодня утром приходила, она все успела. Она мне уже рассказала, как подъели мои эти самые огурцы, зайцы и все такое. Бабушка сразу сделала проверочку перед тем, как зайти, вы же понимаете. Так, все нормально. Пойдем проверим, что там бабушка увидела. Я думала поливать, но я думаю, не надо. С такой температурой. Эти огурчики хорошо выглядят. По сравнению с моими первыми. Эти уже вообще даже не знаю, что ожидать. Ну, прохладненько. Я думаю, так, тут ничего не поела. Там ничего не поела. А, здесь! Да, здесь верхний лист сожрал кто-то. Сейчас нормально. Там хорошо. Тут тоже сожрали. Гады. Ну, про этот я уже показывала, что его сожрали. Жалко. Так, что тут? Что-то я рвала, все равно какие-то бульоны лежат. Dude, the cool man, the skater dude. Are you gonna show us? Oh, where are you going? Just, what? Are you going somewhere? Yeah. Where? Все, уехал. Говорит это самая мама. Парк, okay. Парк поехал. Говорит мама. Пора на работу мне идти. Я говорю, ну что, тебя Макдональдс повезти? Он говорит, отлично. Говорит, я туда могу на велосипеде ездить. Я говорю, а куда велосипед будешь девать? Ладно, тогда я буду на этом. На скейтборде ездить. Я говорю, понятно, но скорее всего я буду тебя сама возить. Ем шелковицу. Лиля, не завидуй. Лиля говорит, чтобы ей в Айдахо шелковицу привезли, но я не вижу тут росточков, Лиля, для тебя. Даже не знаю, могу тебе семечку высушить тебе. Потому что у нас, я говорю, мое дерево посадили птички, кто-то выкакал семечку. И вот, и получился у меня кустик. И дерево. What? Yeah. Awesome. Joshy, look what she's doing. She's taking it away. Oh, are you sharing? I thought she was gonna come back. Wow, me too. I thought so too. Ух ты. Говорит, fine. У меня, говорит, много мотоциклов.
Он мотоцикл называет моносайкл. Yeah? Is that your scooter? Yeah. What's that? That's Sissy's car. Sissy's going bye-bye. Oh. Big Sissy going bye-bye. What? Oh. Kiss on the cheek. Say bye, Sissy. Bye. Катя, Катя, он ее там целовал, обнимал, я не успела. Камера у меня не сработала. Ой, пусть мы хотим кататься. Дяшек был возбужден насчет ягод шелковицы. Скарлетт, она любит, она ее ест. А вот Джашек, он любит ее срывать и кормить меня. Но он всегда, не всегда срывает те, что надо. I got sour ones. Oh my goodness, молодец, Джашечек. Careful, there's a truck. Найти. Ой, червячков. What's up? Джашек, вот у него лопатка. Let me see, Josh. Maybe let mommy help you. Oh, thanks, mom. You're welcome. Thank you, mom. What? Thank you, mommy. Thank you, help me. А что-то. Ой, что они чудят? Don't fall off. Эти ноги. Эти ноги длинные. Oh, good job, Josh. I got a good shot of Joshua sucking his thumb. В общем, мы решили на заднем дворе червячков поискать, потому что что-то на переднем неудачно у нас как-то. Okay. I see it. Be careful. Mama, there's I see one. It. There's one. Be careful, Josh. Don't fall off. Mama, I see that. Yeah. I see hey, that. Look, I see that. Ooh, I see a worm. Look. Yeah. Yeah. Come on, let's give it to him. Ой, Джашек уже. Джашек самый главный. Okay. Самый главный зритель. Так, готовы? Давно мы вам манго не показывали. Самумис. Ну, этот сейчас удерет. Давай, давай, сюда. Смотри, он сейчас удерет. Ну, смотри. О. Давай быстрее, быстрее. Да шо ж ты? Шо? Что ты делаешь? Он ползает. Oh. Ну, он этого нашел. Ну хорошо. Yummy. Mm. Oh, got in his eye. А это? There's one right there. Смотри, он ползает. Yeah. He's fine. Какие у нас He's черви. Fine. Yeah, he's fine oh, there. Yeah. Он после первого уже как-то и не заинтересован. Ну и что, что убегает? Ну и пусть убегает. Да? Облизывается себе хорошо. Come on, Mango. Say, сюда. Who's this? That's Mommy. No, who's Он this? Даже не смотрит. Он говорит, столько this... морд вокруг Dingo. Меня. Yeah, Mango. Мне как-то не Do до червяка. Mango? Oh, Mango. He sees it. He sees it. He sees it. He's gonna get it. He's gonna get it. There you go. Bon appetit. We want more woomies. We want more woomies. Вот, и так два уже достаточно, Джашек. Ему достаточно Step это будет на дня четыре. Ой-ой-ой, кто это, Джаш? Ой-ой. Who's this? Wow. Look at you. Look at yourself. Josh, look. Do you see yourself? Do you see yourself in the camera? Wow, you're awesome! Гекко, о, мой сладкий, видите, мы смотрим PJ Masks и вот заодно. О, вау, о, вау! Теперь у нас и OLED здесь. Вспомнили, понимаете? Вау, и это, что это за монстр? Oh, no, 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 no
А, это Night Ninja, ночной ниндзя. Окей. Ну, короче, у нас 9 часов. Видите, сколько у нас энергии? Аж прет. А у нас специальные часы. Или что такое, Джош? Итак, пришло время закрывать влог и комментарии дня. Комментарии дня я сегодня даю кому-то новому. Ленура. Она пишет: «Добрый вечер, вы удивительно похожи на мою сестру. Очень приятно вас смотреть. Привет из Крыма, привет, Крым. Очень приятно видеть новые имена, новых подписчиков. И было бы очень интересно посмотреть на вашу сестру». Знаете, когда такое слышишь, так: где мой двойник? Где-то в Крыму. Очень прикольно. Ну, а я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и бай-бай.